Всем привет, меня зовут Макс, я преподаватель по гитаре. Сегодня мы разберем песню Баста Сансара. Песня состоит в куплете из трех аккордов. Это С или до мажор, АМ ля минор и ЕМ ми минор. В куплете и в припеве используется такой бой. Мы считаем ритмический вслух. Раз, два, три, четыре. И правая рука у нас двигается на раз вниз, два вверх, три вниз, четыре вверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Далее, когда мы разобрали аккорды и бой, мы соединяем левую руку с правой, и у нас получается вот такой вот куплет.